Портите жизнь другим людям. Папа? Папа? Папа, почему на тебе эти наручники? Не кричи. Животное, что ты сделал с моим папой? Отпусти его немедленно. А ты помолчи. Я задержал твоего отца по подозрению в торговле контрабандой. Что? Чикенкира, не волнуйся. Позвони моему адвокату, пусть немедленно приедет в комиссариат. Суарес, Крипера, увозите этих троих и сразу же посадите в камеру, выполняйте. Нет, это просто издевательство, произвол. Слушай, полицейский, я этого так не оставлю. Мы с тобой еще посчитаемся. Не волнуйся, дочка. Папа! Сделай, что я сказал. Папочка, не уходи. Послушай меня. Негодяй. Делай то, что тебе сказал отец. Найди ему хорошего адвоката, потому что он увяз по самую шею. Придурок! Я знаю, ты ополчился на всю нашу семью. Видеть тебя не могу. Гадина! А мне надоело, что ты измываешься над Валентиной. Отвечай, почему ты так стремишься унизить ее? Пусти меня, пусти! Идем со мной, Валентина. Я уведу тебя далеко отсюда. Арестас. Я заберу тебя с собой. На край света, моя Валентина. Нет, нет, правда, я не хочу никого видеть. Я правда хочу побыть одна. Прошу, оставь меня. Нет, нет, Валентина, не уходи так, пожалуйста. Валентина, зачем ты все время сторонишься меня? Разве ты не чувствуешь, что я здесь ради тебя? Только ради тебя. Валентина! Арестас, это Гладиола. Я не хочу, чтобы меня видели. Уведи меня. Я не хочу, чтобы меня видели. Валентина, я знаю, куда отвезти тебя. Пойдем. Все вышло плохо. Все, это трагедия. Не преувеличивай, не так уж плохо получилось. Толстуха предстала перед всеми, в чем мать родила. Весь жир наружу. Гадость. Да, но она победила. К чему все наши усилия? Испортили и туфли, и платье, а зачем? Все без пользы. Я в ярости. Не все уж так плохо. Это ведь только клубный конкурс. В следующем году ты точно отыграешься? Нет, нет. Я хочу корону не в следующем году, а в этом, понятно? Ариадна, что с тобой? Ариадна? У тебя кровь. Все, я должна идти, Хуан Анхи. Нет, пойми, я хочу побыть с тобой, Саса. Пусти меня. Нет, послушай, Саса. Отпустите ее. Слышите, что говорит сеньорита? У меня приватный разговор с Саса, так что будьте любезны, оставьте нас. Проблемы сеньорита Саса — это и мои проблемы. Подожди, Пачека, пожалуйста, не вмешивайся. Хуан Анхи только хотел... Послушай, кто ты, адвокат или телохранитель? Для Цесе я готов быть тем, кем она пожелает. Она знает, что может рассчитывать на меня во всем. Даже чтобы отшить таких типов, как вы. Нет, только не это. Минуточку. Ведите себя как воспитанные люди, не как бойцовые петухи. Сеньор Вильянуэва, сеньор, с Ариадной что-то серьезное. Она в гримерной и вся в крови. Идемте быстрее. Я отстану, когда ты отстанешь от Валентины. Скажи, почему ты издеваешься над ней? Потому что эта тупая толстуха отняла у меня Арестаса, лезла ему на глаза и увела его. Господи, Чики Лоренс, никто просто так не уходит. Если Арестас ушел к Валентине, значит, были причины. Что ты имеешь в виду? А то, что ты красивая, Чики, даже очень. Красоты у тебя не отнять, а вот доброты, чистоты, нежности в тебе нет. Ты так говоришь, потому что ты злишься. Потому что я на тебя ноль внимания после того... Ненавижу тебя. Позволь тебе сказать, что таких, как ты, много. А вот Валентина во всех отношениях выше тебя. Придурок! Ты не знаешь, что такое настоящая женщина. Поэтому тебе нравится эта тупая толстуха. Я для тебя слишком роскошная женщина. Бандит. Насильник. А ты чего тут, попрошайка? Чего уставилась? Дочка, что случилось? Что с тобой? Знаете, сеньор Хуан Анхель, она почувствовала боль и тут же упала на пол.
Хуан Анхель, крови слишком много, ее нужно срочно в клинику. Нет, нет, пускай меня отвезет мой котик, позови его, папа. Некогда, я тебя отвезу, едем. Нет, нет. Святой Антонио, только бы не то, что я думаю. Арестас, я хочу снять повязку. Мне здесь как-то не по себе. Потерпи, не волнуйся. Я же сказал, что приготовил тебе сюрприз, да? Да, но я нервничаю, когда не знаю, где нахожусь. Мы уже почти пришли. Стой. Вот так. Готова? Да. Да. Быстрее. Готова? Да. Так, раз, два. Сюрприз. Арестас, я как будто сплю. Нет, это не сон. Это праздник в честь твоей победы, Валентина. Арестас, но я... Постой, постой. Я хочу выпить за тебя, милая толстушка. Салют. Салют. И ты все это приготовил один? Да. Ну, в общем, нет, не один, конечно. Мне немного помогла Марильда. И раз ты не хочешь ехать в пансион, и, думаю, в дом Виленуэва тоже, можешь остаться здесь. Никто тебя не побеспокоит. Ареста, спасибо. Правда, большое спасибо. Ты все сделал так красиво. И все, что я пережила на конкурсе, сейчас мне кажется кошмаром, который закончился. Так и есть, толстушка. Он закончился. Остались только ты и я. И ничего плохого уже не будет. Я никогда не подведу тебя, Валентина. Обещаю. Это тебе за Валентину. И попробуй только вякнуть что-нибудь, кукла пластмассовая. Я тебе рожу на бок сверну. Ты что-то себе позволяешь, голь подзаборная? Я Чики Лоренс и требую уважения. А мне какое дело? Ты можешь быть хоть королевой Англии, но мою подругу Валентину обижать нельзя. Тем более такой расфуфыренной идиотки, как ты. Я тебя... Этого еще не хватало, чтобы всякая шваль лезла ко мне своими грязными лапами. Пусти меня! На помощь! Уберите кто-нибудь эту психованную! Отцепи! Психованная? Это ты психованная, и все твои предки в десятом колене. Знаешь, что я тебе скажу? Поберушка! Знаешь, что я тебе скажу? Иди драться в своем квартале с такими же нищими, как ты сама, ясно? В моем квартале таких подлых девок, как ты, нет ни одной. Посмешище! Нет, нет, Арестас, нет, хватит, хватит. Больше не надо, прошу тебя. Все, все это очень красиво и большое спасибо, но я плохо себя чувствую. Хорошо. Ладно, ты права, я больше не буду. Хорошо. Но нам надо бы поесть. Толстушка, знаешь, здесь столько всего вкусного. Есть цыпленок в апельсинах, пюре из ауямы, шоколадный торт. Просто объедение. Мне так неудобно, Арестас, но я совсем не хочу есть. После всего, что случилось в клубе, я хочу только одного, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Я отдал бы все, лишь бы стереть это из твоей памяти.